Наталья Королевская. Наступают последние минуты избирательной кампании. И в эти минуты ты думаешь, что ты не успел сказать, что не успел сделать, чтобы убедить людей. Убедить людей в том, что пришло время перемен, что так дальше жить нельзя, что нельзя еще 5 лет терпеть ту же самую власть. Зло правит до тех пор, пока хорошие люди ничего не делают. И поэтому наша задача – объединить свои усилия. Объединить усилия и прийти на эти выборы. И сделать выбор. Потому что мы все находимся сейчас перед Рубиконом. Рубиконом между прошлым и будущим. Между теми старыми политиками, которые все эти годы приходили на выборы, обещали, приходили к власти и ничего не делали, и новыми политическими силами, которые сегодня готовы взять ответственность на себя, готовы взять ответственность за то, в какой стране будем жить мы и будут жить наши дети. И я уверена, что мы едины, едины со всей страной, в желании жить в сильной, процветающей стране. В стране, в которой есть рабочие места, в стране, в которой есть достойные заработные платы, есть справедливые пенсии, и есть у людей уверенность в завтрашнем дне. И в этом наша главная задача. И жизнь – это миг. Миг между прошлым и будущим. И вот этот вот миг будет воскресенье, когда вы будете выбирать между прошлым и будущим. Для нашей политической силы, для нас, для нашей команды, тех, кто бросили вызов старым политикам, прошли всю эту кампанию, дошли до конца. Сегодня уверены, что сотни тысяч людей, которые нас поддержали, придут на избирательные участки и поддержат нас. Потому что это дело чести, дело нашей чести. Доказать себе, доказать нашим родным, доказать близким, родителям, доказать всем людям в нашей стране, что Украина может жить достойно, что Украина может быть уверена в завтрашнем дне, что Украина будет идти вперед. И я очень прошу вас, поддержите нас, дайте шанс изменить ситуацию и дайте шанс поверить каждому из нас в себя и поверить в свою страну. Украина вперед! Спасибо!